не то катание, которое, как мне кажется, может претендовать на то, чтобы французов регулярно обыграть. Ну, посмотрим. В любом случае, сейчас пока Шабутани на третьей позиции, Ксалапов и Линых на первом. Очень любопытно будет последить за их произвольной программой. Танец, который пока видели лишь избранные специалисты, но об этом чуть позже. Пока выступление Кэти и Криса Ридов, которые предлагают нам свой вариант произвольного танца. Несмотря на такое начало, сумели...